Привет, ребята, это Настя. У меня для вас сегодня ежегодное традиционное видео про мой уход за кожей. Я действительно, по-моему, уже снимаю в третий, четвертый раз год подряд такое видео. А если у вас проблемная кожа, какой она у меня была там на протяжении 15 лет до того, как я ее вылечила пару лет назад, посмотрите мое видео, которое я делала и рассказывала, как я вылечила свою кожу, я его залинклю здесь, потому что я знаю, что оно многим ребятам за года мне писали, что действительно им помогли те советы, которые я давала в том видео. Но сегодня я буду говорить о той коже, которая у меня есть сейчас, и это, в принципе, нормальная, не сухая, не жирная, немножко маленькие воспаления, если я неправильный уход для себя использую. Больше всего меня беспокоит постакне, шрамы, которые, когда кожа с возрастом становится менее упругая, становятся все более заметными. И, о май гад, какой ветер! Но мне нравится снимать на улице. Да, просто, как я сказала, что кожа менее упругая становится, но я бы не сказала, что это проблема, это просто симптом того, что я живу и расту, и это нормальное течение жизни. В общем, я вам расскажу про свой уход после 30 для проблемной кожи. И спасибо Лингоди, это онлайн-школа английского, немецкого, испанского, французского, которая спонсирует это видео. В конце видео я вам дам купон на 20% скидку на занятия и немножко расскажу про мои первые 3 недели занятия немецком на платформе. Итак, let's start with cleansing. Даже если вы меня давно смотрите, учитывая, что я снимаю эти видео только раз в год, у меня для вас все равно есть новые вещи. Давайте начнем с самого первого. В всех последних видео я говорила, что использую биодерму воду. Вот это изменилось. Теперь я использую разные balms. Вот это у меня, например, Elemis balm. Есть у Yves Lomme такой balm. До этого у меня был Emma Harding. Вот. EH у меня был balm. По-моему, лет 5 назад, когда эти balmы только появились, Yves Lomme, если я не ошибаюсь, был первым, они вот стали альтернативным, альтернативой... как же эти воды? Я даже забыла, как биодерма называется. Как-то какая-то там вода была, не помню. Короче, балмы мне нравятся больше, потому что их приятнее использовать. Ты просто массируешь лицо, и оно даже стойкий макияж просто отлично снимает. И Yves Lomme много было немножко негативных отзывов на него из-за того, что они используют минеральные масла и парафин, да, по-моему, там. Да, в их основе парафин. Вот этот вот, например, он основан на миндальном масле, и тут много вакс. Вакс — это что? Это воск. Много восков. Он достаточно натуральный. Честно говоря, у меня никогда не было никаких брейкаутов из-за Yves Lomme. Мне кажется, это еще чувствительность. Я не чувствительная к минеральным маслам, и именно в таком контексте, что смыть макияж и дальше это смыть, не наставлять на кожу, у меня брейкаутов не было. Это, кстати, еще можно использовать как маску. То есть, например, когда начинаю снимать макияж, я могу все это распределить по лицу, оставить на 10 минут и потом уже смыть. Он просто замечательно пахнет, и каждый раз, когда я его использую, у меня такое ощущение, что я в каком-то спа-салоне, он очень расслабляющий. О май гад, мне очень нравится. Единственный его минус — это то, что он 105 грамм, и если я хочу взять его в какой-то полет, хотя, учитывая глобальную ситуацию, сейчас это не предвидится, но, в принципе, на будущее учитывайте, что 105 грамм вам не дадут его провести в ручной кладе. Если вы меня смотрите давно, вы знаете, что вот это моя самая любимая умывалка для проблемной кожи. Я ей пользуюсь уже лет 8. Когда я вижу скидку на них на Look Fantastic, не на них, а даже просто на Look Fantastic, например, большая скидка. Кстати, у меня есть для вас 25% скидка на Look Fantastic, которая будет действовать до конца лета. Это просто insane. Я попросила скидки, вот это то, что мне дали. Окей, скидка, я ее оставлю внизу. Она, по-моему, практически на все продукты. Не на все-все, по-моему, мне сказали, что Aesop на нее не действует, но практически на все, так что пытайтесь. Короче, когда я вижу, когда у меня есть такая большая скидка на Look Fantastic, я покупаю 10 штук сразу, потому что я его обожаю. И сейчас они пропали с официального сайта, и я даже написала на Инстаграме им, вы что, их дисконтинью? Они, нет-нет, в сентябре они вернутся. Это умывалка на основе какой-то глины, но она не сушащая, она... Любую раздраженную, неровную кожу, может быть, с акне, она ее успокаивает, делает вельветовой, делает абсолютно ровной. Я никогда не знала до этого, что умывалка может иметь такой моментальный эффект, вот brightening, ровный, здоровая, мягкая, не раздраженная, не чешется, не болит. Это просто holy grail мой. Иногда, кстати, я у Ромы еще скрадываю вот этот вот скраб эламисовый. Это кора дуба,
и что-то тут еще. В общем, вот эти вот сами частички, они из коры дуба, и она мятная. И иногда просто, когда я стараюсь не пользоваться механическими скрабами, вместо этого я предпочитаю кислоты, но иногда мне хочется как-то освежить лицо, и это то, что я у него беру. Дальше серумы. Для меня это невероятно важно, важнее, чем крем. Точнее, без крема я не могу, потому что просто моя кожа недостаточно увлажнена, но именно чтобы какой-то эффект имелся, чтобы, например, мои поры стали меньше, или тон лица стал ровнее, или кожа стала более упругая, это исключительно серумы. Я на крема даже... Крема-крема даже не рассчитываю. А сейчас я вернулась... Вот это вот когда-то мне попалось в какой-то коробке то ли Beauty Expert, то ли Look Fantastic. Лет 5, наверное, назад, и я использовала это в Греции, как я помню. Теперь у меня этот запах ассоциируется с каникулами. Невероятно вкусно пахнет. Это масло шиповника. У него, кстати, очень короткий состав, очень хороший. Я запущу его тут. И он стоит за 25 евро. Очень мне нравится. На утро просыпаешься, я его использую утром и вечером. 4 капли разогреваю в ладошках, и вот этот приятный запах вот так вот делаю. Это, не знаю, очень расслабляет. Вот это, конечно, моя спа-процедура. Очень ровная кожа, никаких покраснений, оно немного заживляет. За 25 евро, учитывая, как долго он длится и как хорошо он работает, мне кажется, это просто отличный продукт. И он, по-моему, выигрывал какие-то, знаете, как в журналах бывает, они что-то выигрывают. В общем, я очень рекомендую. И еще, кстати, что невероятно круто в этом серуме, на него отлично ложится моя тональная основа. Наверное, любая, но я конкретно использую Armani Maestro. Поры. Вот это для меня идеальный праймер, потому что все праймеры силиконовые, как бы, которые идут как праймеры, я их чувствую на коже, они обязательно забивают мне поры, и у меня потом начинаются высыпания, если я ими регулярно пользуюсь. Мне просто неприятно они на лице. Вот это очень приятно на лице и действует как просто разглаживание для... Я обычно делаю это, потом крем, и потом свой тональную основу, и она очень ровно ложится, мне очень нравится. На вечер я сейчас взяла рентгеновский биоретиноид. Но я, ребят, я знаю, что я его использую каждый год. Нет, каждые 1,5-2 года, потому что они его позиционируют как для mature skin, и я не хочу overdo it. Поэтому я использую его редко, и я знаю, я последний раз его 2 года назад использовала, я знаю, что мне всегда нравится, что я его всегда покупаю опять, но я вообще не помню, какой он на меня эффект имеет, поэтому сори, просто я сейчас начала этим пользоваться. Что от него будет, я не помню. Помню, что он мне нравится. Но по серумам, ребята, если у вас есть бюджет, самые крутые серумы, которые я пробовала, это у SkinCeuticals. Есть у них HA Intensifier, называется серум. Я вставлю сюда, что они пишут про него, что он делает, и я подписываюсь под каждым из этих пунктов, потому что я действительно видела эффект. И я не знаю, вот когда ты перестаешь им пользоваться, потом эффект проходит, и, наверное, вся косметика так. Для меня это не проблема. Если я пользуюсь и я вижу просто, как моя кожа выглядит гораздо свежее, упругие, мне этого хватает. Но цены, он, по-моему, стоит 100 долларов, я хотела в Америке купить, здесь, по-моему, 90 евро стоит. Я куплю его, я обязательно к нему вернусь, но у них нереально хорошие серумы. Еще у них есть линейка серумов, которые предназначены именно использование летнее время. Они твою кожу не через SPF-блок защищают, а, как они пишут, кожа лучше способна противостоять негативному влиянию UV-лучей. И эти серумы, по-моему, еще дороже от 40 до 150, но я также пользовала их, когда я была в Греции, и вот продукты SkinCeuticals на мне, на моей коже, они действительно работают таким образом, что я вижу, как моя кожа из недели в неделю становится лучше и лучше. Но я вообще просто какой-то serum junkie. Я сейчас тестирую еще 2 новых серума. Один из них с ретинолом и салициловой кислотой от Dermalogica, чтобы на ночь высыпания уменьшались. Я уже много раз его использовала, и самое главное это то, что он не раздражает кожу, потому что я не люблю продукты от акне, которые сушат кожу, и многие из них делают ее, наоборот, более красной, более раздраженной. Вот этот, наоборот, ее успокаивает, залечивает, делает более увлажненной. И еще я какой-то витамин С серум их использую, потому что, вы знаете, я люблю все серумы с витамином С. Если вы знаете, если вы давно смотрели мои бьюти-видео, у Мака я использовала серум с витамином С, у Рена я использовала серум с витамином С,
они очень хорошо помогли мне в свое время избавиться от постакне, именно пятен. То есть у меня пятен, наверное, у меня уже нет, у меня есть просто рубцы, но нет пятен. И вот это вот, эти серумы очень классно с этим справляются. Dermalogica меня тоже как бренд очень интересует, я хочу в будущем больше их продуктов попробовать. Ну и последнее из таких лечебных средств — это Differin. Это то, что я использовала по назначению врача от акне, это как бы в аптеке продается. А я его перестала использовать на постоянной основе, и, может быть, несколько раз в месяц только, когда какие-то высыпания, я им пользуюсь. Но я хочу все-таки с какой-то регулярностью начать его использовать, потому что в основе этого лежит синтетический витамин А, ретинол, и это одно из самых эффективных наружных средств, которое предотвращает старение кожи. Поэтому я еще и хочу в таких его целях продолжать использовать. Не знаю, наверное, я поговорю с дерматологом. Можно ли именно этот продукт так использовать и с какой регулярностью? Крема для меня несут только увлажняющие роль играют. Я не вижу особо из всех кремов, что я пробовала, я не вижу особо эффекта, кроме того, что или кожа увлажнена и напитана, или она не увлажнена и напитана. Вот серум именно какие-то корректирующие вещи делает. Вы знаете, что я первые 8 лет использовала, ну не 8, 5, whatever, 6, использовала Renclear Calm 3 для акне кожи, и in my 20s мне действительно этого хватало, и для меня как бы в креме самое важное, чтобы он не вызывал высыпаний, потому что для меня любой крем, SPF крем, увлажняющий крем, я очень быстро, моя кожа на них реагирует. И вот этот Clear Calm 3, он как раз был и от акне, он просто идеально был для меня. Но сейчас, когда I'm in my 30s, с реновским моя кожа просто выглядит тускло, уставше. Мне надо что-то сильнее уже. Вот этот вот Daily Moisture от SkinCeuticals, он просто отлично делает свою работу. То есть, опять же, я не вижу каких-то изменений, но у меня нет высыпаний, и моя кожа напитанная и гладкая. Крем для глаз у меня тот же, вот который, с чего у меня началась вся история. Я помню, как я увидела свою коллегу, которая меня буквально на пару лет старше в Словении, и мы не виделись 2 года, и я была в шоке, какие у нее при улыбке вот тут вот, вот такие вот, ну, как бы полоски, морщинки, много-много-много. И я стала обращать внимание на свою зону вокруг глаз, как бы могу ли я что-то делать, чтобы это предотвратить. И у меня, мне показалось, тогда тоже такое начиналось. В общем, в итоге я начала пользоваться этим кремом, который убрал мои синяки под глазами и любые начала морщинок за несколько недель. Я прочитала в интернете все отзывы, что пишут то же самое, что он действительно работает и убирает все под глазами. Потом я рассказывала о нем на канале, и мне ребята, Наргиза, по-моему, ты привет, если смотришь, писала, что тоже прям вот эффект через несколько недель, глаза просто другие. И вот с тех пор я им пользуюсь. И мне кажется, моя зона под глазами никак не изменилась за последние года. Единственное, что я вижу, что как бы объем уходит или как бы объем в лице опускается ниже, но это нормально. Я думаю, что крем против гравитации ничего не сделает. Но вот именно, чтобы какие-то было сухость или морщинки, или даже как у меня были синяки под глазами. Дальше про SPF, защиту от солнца. Если бы я раньше нашла продукты, от которых у меня нет высыпаний, то, наверное, моя кожа бы выглядела сегодня лучше. Но я 10 лет не пользовалась никакой защитой, потому что у меня от всего высыпало, поэтому моя кожа жарилась и жарилась на солнце. Могу вам посоветовать вот этот продукт от SkinCeuticals, который я уже много лет использую. Это SPF, но он имеет окрас. И он хорошо, что он не оранжевый и не желтит, но он немножко сероват. И в зависимости от того, какого оттенка моя кожа, иногда, вот как, например, сейчас, когда я не загоревшая, он не могу его носить, потому что видна линия. Но когда особенно у меня были высыпания еще 3 года назад, когда я ездила в Грецию, и когда мне хотелось чуть-чуть cover up, как бы перекрыть эти высыпания, это просто идеально. От него никогда ни одного высыпания у меня не было. И, то есть, да, это защита, по-моему, SPF 50. И, кроме этого, у тебя просто хороший тон лица, благодаря тому, что он тинтовый. Сейчас, так как я летом в городе, я хочу свою Armani Maestro носить каждый день. Это лучшая тоналка. Вообще, Armani косметика, она нереально крутая. И
я хочу побольше их товаров попробовать когда-нибудь в будущем. Ну вот Armani Maestro тональная основа, просто бархатная, ровная, помогает минимизировать шрамы, постакне, очень тонкое покрытие, но в то же время его можно наслаивать. Я уже много лет вам ее рекомендую. Но я хочу под него какой-то хороший SPF, и вот я взяла у Dermalogic или попробовать SPF 50, только начала пользоваться, ребята, поэтому пока высыпаний нет, но кто его знает, спросите меня через месяц, где-нибудь в Инсте, я вам обязательно скажу. Ну и последнее у меня в уходе — это маски и пилинги. Тут на самом деле ничего с последнего видео не изменилось, потому что в Гарварде я вообще ни разу пилинги не делала, и маски я редко делала. Но просто чтобы освежить в вашей памяти, две мои самые любимые увлажняющие маски — это Dermalogica Skin Hydrating Mask, вот это моя самая любимая, притом предыдущей банки мне хватило на несколько лет. Она очень медленно расходуется. А вторая моя самая любимая — это Kiehl's. Я вставлю здесь картинку. У меня она закончилась перед отъездом. Тоже очень классная, но расходуется быстрее. Мне ее меньше, чем на год хватило. А для выравнивания тона лица я использую вот эту Kiehl's Turmeric. Вообще Kiehl's маски, мне кажется, очень классными. Я бы хотела в будущем все их попробовать, но они 45 евро стоят, и каждый раз, когда у меня вот эти две заканчиваются, я покупаю их опять и опять, и не получаются у меня новые. Попробовать надо, попросить пробники, если будут. Потому что, кстати, даже эти я нашла через пробники, и потом не переставала покупать. Я помню, я взяла два пробника вот этой маски себе, и Юля в Крем де ля Крем принесла себе ей маску, потому что мы говорили, какие мы уставшие, принесла нам по пробнику, и она мне вечером пишет: это просто нереальная маска. И на следующий день она пошла себе купила такую же. Ну и, конечно, моя Glycolactic Ren маска, которой у меня сейчас тоже нет, потому что она закончилась. Это маска на основе разных кислот, которая отшелушивает верхний слой кожи. И они говорят наносить ее на 10 минут, но я очень много лет ей пользуюсь. И я сейчас могу час-два ее держать, и когда ты ее снимаешь, то кожа очень гладкая. И если после этого я follow up with... или follow with, вот или этой дермалогикой, или увлажняющей Kiehl's, то кожа просто настолько пламп, настолько изнутри напитанная, и шрамы настолько меньше, и она просто пышет здоровьем. Вот, вообще маски очень хорошо на мне работают, просто нужно больше времени и более регулярно их использовать. Это то, что касается ухода за кожей, ребят. Ну и пару слов я хотела сказать по поводу моих первых трех недель занятий на Лингоде немецким языком. Я, как вы знаете, сделала тест на определение уровня, он есть на Лингоде бесплатно, я оставлю вам ссылку внизу, вы можете по нему сделать тест, и я надеялась, что я начну брать занятия на B1, но он мне сказал: на А2. И действительно, я попробовала записаться в B1, затормозила всю группу, и больше я туда не всывалась. Теперь я хожу на А2, а иногда даже на А1, в зависимости от того, потому что у меня даже базовой грамматики нет, поэтому грамматику я беру на А1, разговор больше на А2. В этом прелесть Лингоды для меня, потому что ты выбираешь сам, на какой тип занятия ты хочешь записаться. Как ты выбираешь? Ты смотришь на тему, download, как бы закачиваешь презентацию, смотришь, тебе эта тема интересна, тебе эта грамматика актуальна, этот вокабуляр для тебя новый, и если да, ты на него записываешься. У меня в классе обычно, в то время, когда я беру занятия, я беру их... Ладно, не буду говорить, чтобы потом... Я просто не хочу... Если, может быть, кто-то хочет пообщаться и только поэтому запишется в это время. Но обычно в моих группах, где полные они по 5 человек, и у меня всегда есть один человек русскоязычный, вот до сих пор так все время получалось, один человек американоязычный, именно английский из Америки, один человек с Азии и один человек из Европы. Вот у нас обычно такая группа. Получается, два русскоязычных, я и кто-то еще. Вот, но это еще от времени зависит, потому что я думаю, что если брать в то время, когда в Америке день, то будет больше, например, американцев. Я беру на уровне А2, иногда, когда какого-то слова мы не знаем, учитель на немецком переводит это на английский. Для меня это лично, ну, как бы, для меня это удобно, но в то же время я занимаюсь из дома своего компьютера, я одновременно, я не всегда останавливаюсь, спрашиваю вопрос, я что-то лукап одновременно. Вот, мне очень нравится, я вот первый раз так, чтобы я... каждую неделю по много раз записывалась на уроки, я действительно вижу эффект. И, кстати, вот интересно, что ребятам некоторые писали, что им больше нравится Лингода для вокабуляра, для разговора, а мне больше нравится брать грамматические занятия. Это все очень индивидуально. Если я недавно говорила с девушкой, которая тоже тут живет, и она мне говорила записываться, попробовать, не попробовать, я могу только рассказать, как это проходит. Но вы сами попробовав, можете сказать, нравится вам такой формат или не нравится. Огромный плюс в том, что если вы хотите долгосрочно язык учить, что у них уроки в групповые
очень бюджетный, от 8 евро за одно занятие. Я вам оставлю купон, который даст вам еще 20% скидку на эти 8 евро в течение первого месяца. И вы просто можете попробовать. Пока мне кажется, что я даже и за рамками вот этого спринта, который сейчас я на 90 дней подписалась, но мне кажется, что я продолжу и дальше ходить. Вот какой-нибудь небольшой пакет месячный возьму, чтобы... Не знаю, 1-3, посмотрим, я слишком рано загадываю, но я собираюсь и дальше продолжать заниматься, потому что мне действительно очень нравится. Вот, так что попробуйте, вдруг это то, чего вы долго искали. И заниматься из дома или там, где вас этот урок застал, просто потому что вам надо открыть Zoom, лаптоп и заниматься, это настолько удобно. Если вдруг вы запишетесь на немецкий, и вы тоже где-то на уровне А2, то, может быть, я увижусь с кем-то из вас в классе. Не стесняйтесь, можете всегда private message me. Обычно кто-то мне пишет, типа, о, Настя, я тебя знаю. И мы двумя словами перекидываемся и продолжаем вместе заниматься. Вот, это все. Увидимся с вами в следующий вторник. Пока!